Какие свойства имбиря известны с древних времен? Как сделать омолаживающую маску? Как приготовить коктейль с бананом и имбирем? Смотрите видео до конца, чтобы не пропустить секреты омоложения. Перед началом видео обязательно нажмите на красную кнопочку. Это сигнал к тому, что вам теперь будет известно о всех наших новинках. Мы заботимся о вашем здоровье. Еще древний мыслитель и философ из Китая Конфуций отмечал омолаживающее действие имбиря. Живший до нашей эры мудрец отдавал предпочтение имбирю, как средству, способному очистить душу и тело, продлевать жизнь. Какие свойства имбиря известны с древних времен? Омолаживающее действие корня полезного растения следующее. Не дает стариться кожа, стимулирует метаболизм, провоцирует быструю регенерацию. Обладает способностью убирать мелкие морщины. Возвращает коже утраченный ранее тургор, пропавшую эластичность. Заживляет мелкие ранки, уменьшает признаки воспаления. Помогает коже вновь сиять, как прежде. Является мощным борцом с целлюлитом, подкожными жировыми отложениями. Все эти свойства характерны для имбиря при использовании его в составе масок, наносимых на лицо, специальных питательных смесей для волос и обертываний для тела. При воздействии на кожу возникает ощущение легкого жжения, которое происходит из-за раздражения нервных окончаний, ускорения капиллярного кровотока. Однако имбирь может вызвать и раздражение, даже ожог кожи, поэтому он никогда не используется без дополнительных ингредиентов. В составе лечебных смесей с имбирем, приготавливаемых для кожи, обязательно присутствуют питательные нейтральные компоненты, такие как банан, мед, оливковое масло и другие. Как сделать омолаживающую маску? Самая простая маска с имбирем и бананом, которая оказывает моментальный эффект, делает лицо значительно моложе, ее это следующее. Третью часть спелого банана надо растереть в кашицу. Можно использовать вилку или довилку для картофельного пюре, венчик для взбивания. Добавить в полученную кашку по чайной ложке имбирного сока и сухого порошка имбиря, можно готового. Дальше разбавить все двумя маленькими ложками оливкового масла, можно использовать любое другое масло, например авокадо или миндальное. Белок одного свежего куриного яйца надо взбить в пену и смешать с бананово-имбирной кашицей. Все тщательно перемешать, чтобы получился жидкий крем, по консистенции похожий на негустую сметану. Маску надо нанести на кожу лица, шеи, верхней части груди тонким слоем, распределить равномерно, не делая пропусков. Дать подсохнуть первому слою и сверху добавить еще 2-3 слоя. После каждого слоя давать немного подсыхать. Время действия маски 15 минут, которое надо спокойно полежать, не думая о плохом. Потом следует размочить сначала прохладной водой и потом смыть холодной. После того, как кожа освободится от маски, на нее следует нанести легкий смягчающий крем. Данная маска является быстрым средством, повышающим тонус кожи лица, подтягивающим и разглаживающим морщины. Она поможет в том случае, когда надо срочно привести себя в порядок и отлично выглядеть. Для курсового применения можно проводить такие процедуры раз в неделю 10 сеансов. Еще одна маска с бананом и имбирем, оказывающая омолаживающее действие, делается с добавлением яблока. Следует взять один спелый банан, размять или натереть на терке. Зеленое яблоко также натереть на мелкой терке, понадобится столовая ложка. 100 грамм корня имбиря измельчить на терке и дать немного постоять. Смешать банан и столовую полную ложку яблока. Добавить 20 мл оливкового масла. Теперь еще в емкости с натертым имбирем получился сок, взять одну чайную ложку его. Все перемешать и нанести на лицо. Маска работает в течение 15 минут. Снимать маску надо влажным полотенцем. Такую маску также следует делать не чаще одного раза в неделю в течение месяца. Как приготовить коктейль с бананом и имбирем? Кроме того, что имбирь омолаживает кожу, он прекрасно справляется с борьбой против старения во всем организме. Такими свойствами обладает имбирный чай, который следует выпивать по утрам, а также отлично стимулирует, наполняет энергией и повышает жизненный стимул в следующий коктейль. Два банана надо почистить от кожуры и натереть на крупной терке. Они должны быть среднего размера и не переспелые. В чашу миксера следует налить 400 мл обезжиренного свежего кефира, положить натертые бананы, добавить щепотку имбиря.
Все тщательно перемешать и взбивать в течение 2 минут. Получился вкусный и питательный коктейль, который заменяет завтрак. Его надо разлить по фужерам и употреблять. Для усиления эффекта сверху можно посыпать тертой корицей. Вот такие рецепты с имбирем помогут выглядеть и чувствовать себя помолодевшим. Попробуйте!